44-летняя Мила Йовович, Мила Джовович, прививает своим дочерям любовь к русской культуре. Девочки разучили детскую песню из советского мультфильма «Антошка». 12-летний Эвер и 5-летний Дэшел нравится изучать русский язык. Особенно хорошо получается у старшей, а вот младшая пока только подхватывает некоторые слова. Однако применять навыки на практике пробуют обе. Вместо скучных уроков «Звездная мать» устраивает концерты. По словам Милы, в самоизоляции они стараются сделать дни не только продуктивными, но и позитивными. Кинозвезда обучила дочерей русской детской песни про Антошку. Эвер опубликовала видео, на котором она вместе с Дэшел поет и танцует под фортепиано, на котором играет их дядя Тити. Они обе изучают французско-английский учебный план в Лос-Анджелесе, а дома следят за русским. «Мы надеемся, что это видео поможет улыбнуться всем, кто его посмотрел», — сообщила старшая дочь Милы. Фолловеры пришли в восторг от ролика. В комментариях отметилось много русских поклонников актрисы, которые поблагодарили ее за передачу детям нашего культурного наследия. «Как здорово! Замечательная семья у девочек классно выходит! Какие эмоции! Потрясающе, так здорово, что они знают русский, красивые и клевые», — написали пользователи. Ранее Эвер прочитала на русском языке сказку собственного сочинения. Девочку называют клоном своей звездной мамы. Голливудская актриса стала в третий раз мамой в начале февраля. Мила показала умилительное видео с новорожденной дочерью.